В 2016 году среди пользователей мобильных устройств во всем мире стремительно набрала популярность игра Pokemon Go. Задача игрока является ловля покемонов, которыми привязанная геолокация игра населяет окружающий его мир. Об этой игре говорили не только в новостях, но и даже в мультсериалах. Было выпущено множество аналогов игры. Учащийся 10 класса IT-лицея КФУ Артур Еремов разработал свою уникальную версию игры History Go. Я от многих людей слышал, что им не нравится то, что игры сейчас без интеллектуальной составляющей. Идея проекта родилась в августе этого года. За месяц был разработан прототип. В настоящее время идет доработка систем, чтобы улучшить продукт и сделать его более презентабельным для игроков. В этой игре мы можем ходить по миру, по реальному. У нас считываются геолокационные данные. И мы можем ловить исторических личностей. После этого мы их ловим с помощью ответов на вопросы. И после этого можем участвовать уже в интеллектуальных битвах между другими игроками. Когда будет завершена работа над дизайном, игра History Go появится в Play Market. Диана Шилова, Виолетта Басова, Универ Ньюс.